Высший апелляционный суд Сингапура разморозил банковские счета швейцарского предпринимателя и арт-дилера Ива Бувье, которого российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев обвинил в мошенничестве, сообщает агентство France Press. Рыболовлев в начале января обратился в суд Монако, обвинив Бувье, который якобы действовал как его агент, в манипуляции ценами при продаже картин. В марте россиянин подал гражданский иск в судебные органы Сингапура, резидентом которого является Бувье. Сингапурский суд удовлетворил жалобу и заморозил счета Бувье и его компании MEI Invest на общую сумму около 500 миллионов долларов. Однако апелляционный суд Сингапура посчитал, что активам Бувье не угрожает опасность быть распыленными в ожидании итогов разбирательства и на основании этого отменил постановление на арест счетов. Сам Бувье отвергает обвинения в свой адрес. Он заявлял, что не был агентом Рыболовлева и действовал как независимый продавец произведениями искусства. Бывший основной владелец одной из крупнейших в мире компаний по производству калийных мин удобрений «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев известен своими дорогостоящими приобретениями на рынке недвижимости и любовью к предметам искусства. Также с 2011 года Рыболовлев является основным владельцем футбольного клуба «Монако». Стоимость его состояния по оценкам Forbes составляет около 8,5 миллиардов долларов. Уже более 3 лет Рыболовлев проживает в Монако.